ЖД и авиаперевозчики в этом году получили 420 миллионов рублей субсидий из бюджета Башкортостана. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Андрей Назаров. Так, 370 миллионов рублей получили компании, занятые ЖД-перевозкой граждан. Им компенсировали затраты по регулируемым тарифам и льготным проездным билетам. Организации воздушного транспорта в качестве возмещения недополученных доходов получили 45 миллионов. Всего на эти цели в этом году в бюджете заложили 104 миллиона рублей. Глава Минтранса республики предложил изменить порядок субсидирования транспортных компаний, чтобы их услуги стали еще более доступными для населения. Софинансирование данных маршрутов предусматривается за счет средств бюджетов Российской Федерации 39% от предельного размера субсидии. Республики Башкортостан по двум маршрутам 61% от предельного размера субсидии. По 8 маршрутам по 30,5% из бюджета Республики Башкортостан и других регионов Российской Федерации. Напомню, в перечень субсидируемых маршрутов в этом году Росавиация включила рейсы Уфа-Астрахань и Уфа-Минеральные воды. Благодаря финансированию из федерального и регионального бюджетов сохраняется фиксированный тариф на перевозки. Пассажиры оплачивают лишь половину стоимости авиабилета и экономят время в пути.